патриотические песни, инсценировки, кадры военной кинохроники. В Центре культуры и искусств города Руза прошел 7-й этап эстафеты «Салют Победе». В этом году в центре внимания город-герой Смоленск. Патриотизм – это сегодня очень важно. Важно его показывать, важно ему обучать. Да, вот, собственно, сегодня вы на нашей сцене могли увидеть деток наших, которые у нас непосредственно в этой сфере, да, то есть военно-патриотической, занимаются, ставят какие-то постановки, номера. Спасибо всем сотрудникам клубной системы за этот сегодняшний праздник. Символы 7-го этапа – знамя победы, клятву партизан и макет боевой гранаты принимает Звенигород. Гости торжества отметили важность такой патриотической акции, ведь память о войне должна передаваться из поколения в поколение. Древний Смоленск называют щитом Москвы. Не раз он преграждал путь врагам, идущим с запада. Ноябрь 1941 года можно считать переломным моментом вообще в ходе всей Великой Отечественной войны. Если бы наши соотечественники, наши красноармейцы, наши родные тогда не выстояли, то неизвестно, чем могло дело закончиться. Участвуя в эстафете, школьники и даже воспитанники детских садов изучают историю своей страны и ее героических городов. По традиции, салют победе завершится в декабре в Одинцове. Какому городу посвятят эстафету в следующем году, скоро станет известно. Сейчас уже заседает наш совет ветеранов. И вот думает совет ветеранов, а куда же мы будем дальше идти? Где мы найдем этот город-герой поблизости в рамках пандемии, чтобы посмотреть победу, которая ковалась там, около Москвы? Ну и пока первые наметки уже есть. И мы уже ведем большую поисковую работу в данном плане, что сделать символами. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».